Путешествие на дачу в фотографиях и видео. На этот раз весна уже 2019 года. И конкретно 1 мая. Будет все. Много цветов, костер, птички, другие растения интересны и не только. Все это вам представлю в данном проекте с большим удовольствием. В основном, конечно, все культурно выращено и чуть-чуть того, что растет как попало, где попало и везде. Собственно, на этом могу закончить. А далее в видео вы просто будете наблюдать все с натуральным звуком. Не бог каким есть, но в принципе многого вам и нам, читателям, слушателям, не нужно. Интересно? Ну, относительно будет. Поэтому пока все же не прощаюсь. Показываю дальше вам фотографии, которые также будут относиться к прогулке по местам вокруг дачного участка, что обитает на шоссе Киевском. Где сегодня была гигантская пробка. В данном случае вы видите готовые колбаски, то есть еще не готовые, но особенные, которые мы будем есть в качестве шашлыка. Далее все они на гриле. Смотрим, смотрим, продолжаем наслаждаться. Спасибо всем. Дальше смотрите растения, как они есть. И скоро конец. Или, может быть, нет, чеснок в данном случае, а не конец. Погодка, конечно, относительно только теплая. Солнце уже зашло к тому моменту, как я записываю звук для проекта. Собственно, вот вы видите как раз заход этого солнца. Снято все на Samsung Galaxy 10e. Далее готовые колбаски. Все. Пока. Собственно, теперь я с вами прощаюсь. Вы ближе смотрите продукт, который будет скоро готов. Ждите нового и тоже вполне интересного видео. Надеюсь, более интересного, чем в данном случае получилось. Всем пока!